Всем привет! Сегодня у нас субботний выпуск по EasyDrop. Сегодня снова я закинул 250 рублей на баланс с промокодом в 30% сегодня, потому что я юзал промокод подписчика. Какого подписчика, я не скажу. В общем, пусть это будет для него приятным сюрпризом, если он сможет заметить. Информация для тех, кто видео не смотрит до конца. Вот у нас тут наверху будет там запись. Надпись будет наверху на видосе. Там все написано, что 6-12 у нас произойдет розыгрыш скинов. Это, соответственно, уже в это воскресенье. Все условия будут под видосом. Ну, а мы начинаем открывать кейсы. Так, что у нас первый? Ну, у меня стакнулось 250 вчерашний и сегодняшний 500, да. Но кейс еще недоступен, потому что 24 часа не прошло. Зато доступен вот этот. Вот и посмотрим, чем он порадует. По традиции. В общем, сегодня такой же план действий. А, ну тут без вариантов, да, что-то ворон какой-то выпадет. 47, ну, тебя мы оставим. То есть, такой же план действий. В общем, открою Хитмана потом. Что происходит, я не понял. Фиолетовые падают. А потом посмотрим. Ну, сейчас гроза, да? Нет, баланс. Ну, понятно. Окей. Я тебя понял. Короче, это все мы оставим. И будем снова сегодня ловить 10% апгрейд. Потому что на 10% у меня тут еще не заходило. Или заходило, не помню. Но вот на этой неделе, по крайней мере, не заходило. Поэтому мы его будем ловить. Иди сюда, Хитман. О, подожди, я что? Ту иерархию выбрал, что ли? А ты что, здесь? Хитман, давай, я все-таки хочу из него выбить какую-то годноту, потому что то, что вчера вот этот Сайрекс отсюда выпал, как бы я его за годноту не считаю, да, то есть, ну, конечно, я вчера Сайрекс вот этот превратил в Сайрекс другой там, да, ну, тем не менее, это не счет, сувенирка засекречена, сколько у меня, 200, бля, ну давай что-нибудь из тебя попробуем, давай, ну, должна же ты когда-то мне окупить хотя бы, как за какое-то открытие же должно что-то окупиться, посмотрим. Ну, похоже, не сегодня это, да? Похоже, не сегодня. Да, не сегодня. Ну, оставляем, короче, для 10%. Оставляем. Так, теперь сюда. По традиции проверяем, сорви или соври. Пока что, до сих пор я, ребята, хочу заметить, что это был только соври-куш. Соври и соври, да? То есть, вот если бы вот это, либо вот это был бы сорви. Все остальное это соври. Все. Ну, хотя, в принципе, не так и мало там, да, то есть, ну, нет, я еще раз не буду пробовать, потому что сколько ты врать-то можешь. Че, ты мне врешь, а я тебя пробую должен. Да пошел ты нахер. Подожди, я как-то, я тут привыкнуть не могу, что как-то списание происходит, это позже. Позже открытие 10%. Ну, нет, с тобой я не буду ничего делать, отвали. Так, камуфляж и армейку посмотрим напоследок, что останется. 42. Ну, должно сейчас что-нибудь выпасть такое, что я там на армейку хватит. Если не хватит, то тогда я прям огорчусь вообще. Ну, тут понятно, что-то скажи, с камуфляжем мне, по-моему, одна серая херня и падает. Да, ну, на армейку хватает. И ладно, хер. А, так это 29 у меня. Так я это еще на шерпу останется. Посмотрим. Не, мне прям хочется просто какой-нибудь 10% выбить. На 10%, вернее, скрафтить хочется. Так, давай мы тебя продадим и шерпанем. Побалуемся шерпой. Ух, 29 копеек не хватает. Ух. И побалуемся шерпой, посмотрим. Потому что с шерпы мне хочется выбить нож. Какой-нибудь захудалый, самый стрёмный. Главное, нож с шипа кейса. Правда, у EasyDrop'а на это планы другие. Ну, тут что-то он мне попытался там типа подсыпать там, да, но все равно не хватает. Не, ну заметьте, ребят, шипа кейс, я хочу какой раз, в очередной раз заметить, что шипа кейс, он все-таки окупает чаще, чем другие. Он окупает, видите, короче, опять двойной окуп. Перед этим, да, то есть, как бы он, в принципе, окупает. Он там чуть-чуть, там, мал-мала, ну, окупает. Кейсик. Ну, вот тут бы хорошо даже было, да? Вы согласны, что это было бы лучше, чем он там дал, да, вот опять. К
Короче, ширпы крутить можно хер знает сколько. В принципе, видос 5 минут идет, еще нормально. На апгрейды как раз там у нас остается. Ну, тут вот это будет. Тут стопудово будет это, потому что до этого не дотянется он. За три... Прикинь, за тридцатку. Так, тебя... Так, если я тебя продам, сука, на одно открытие не хватит. А если тебя... Да похеру, вот так. И, а это мы летим в апгрейды. Это мы летим... Блин, я же... Подожди, ну-ка. Стой, дай-ка я сейчас попробую выдать... Забрать, вернее, Сайрекс. Я так его вчера и... Точняем, так. Отлично. Ждем продавца, хорошо. Так, что, по дешевизне, да, начинаем тогда. Вот, что-то ты как-то сегодня не это... 22, 27 это 22. Вот давай мы от тебя и пробуем 10%. Ну тут 9,2 постоянно. Ну, хер редкий не слаще, поэтому вообще по пинде. Короче, 2 по традиции, 2 должно быть недолета, потом идут перелеты. Сейчас мы проверяем, как он эту традицию соблюдает. То есть два недолета, потом идут перелеты. Вот сейчас мы про. А это залет. Залет, сука, залет. Да, нормас. Вот Сайрекс бы вот в этот момент поставить. Вот пятер залетело бы. Это же, блядь. Ну, сука, первый апгрейд зашел. Ну, это. Подожди, хамелеоны, да? Ох, выбор-то какой нелегкий. У меня-то есть хамелеоны там за... А, не, у меня хамелеоны там от 600, по-моему, идут. Они побаще, значит, чем вот эти, да? Вот это есть. Да хуй, значит. Короче, я так выбираю, как будто я это... Смогу апгрейд этот сделать. Что-то тут такой, типа... А вот какой. Как будто, типа, апгрейд зайдет. Я как будто его сделаю. Ага. Заметили, перелет. То, что было по центру залет, это как бы нет, а вообще не... Ну, это так себе там, хер пойми, что такое произошло с сайтом, что он мне вдруг выдал. Вот видишь, перелет, второй перелет, вот. Сейчас опять недолет пойдет, сейчас будет недолет. Не, да, лед. Давай птичьи эти какашки пробуем дальше. Как они там? А, птичьи игры. Да, сука! Два зашло! Да, блядь! Силос! Короче, пацаны, я огорчен. Знаете почему? Потому что... Ну, блядь, вот можно было вот это, либо вот это, да, то есть, ну, а это вот сейчас не залетит, а это не залетит, ну, не залетит и не залетит, да, то есть, что наглеть-то, что, да, что наглеть, глок какой-то еще, да, давай глочок попробуем, ну, не залетит, понятно, главное, уже два зашло апгрейда, нормально, два зашло, то есть, недолет, отлично, подожди, я думаю, может быть, так, а что у нас тут, может быть 100 плюс. Если сейчас два их продам, у меня только на изи тайное, да, останется. Ну, как бы, на, ну, какой-нибудь дорогой бы кейс такой крутанут. Ну, изи тайное, тут мне стопудово вот эта хуйня выпадет. Эх, выпадет. А так у меня сейчас пока, если мы захотим продать, то есть на 520... А, все, Сайрекс. Подожди. А, еще на 526 есть там, да. То есть, ну, в принципе... Вот так, сколько я, получается, слил бабла? Сегодня шестой день, да? Сегодня шестой день. Я, ебать, посчитать не могу. Полторушка. Вот 500 косарь остается, еще 500. И до этого как бы небольшой минус. Ну, почти, практически окупился. Что за качество? Закаленное в боях. Все-таки закаленное в боях мне пытаетесь, да, воткнуть? Ну хуй с вами, давайте примем закаленное в боях. Отлично, хоть забрал Сайрекс свой. Позже потом посмотрим тебя. Вот, забрал, отлично. И тут еще... Да уже все, давай еще разок примем. А, не хочешь, да? Ну понятно, я думал, может, наебем систему. Вот, ну в принципе нормально. Блин, я вот думаю... Блять, может открыть, ребята, не открыть, черт его знает. Кровавый кейс там есть. Там на 3, как бы,
что тут в тебе кровавый кейс. Тут такая... Хуй его знает. То есть, либо, знаете, как бы, давайте я не буду, в общем, открывать, да, потому что, по принципу, главное вовремя остановиться. Он два раза мне дал апгрейд за сегодня, я просто и так, конечно, в ахере. Я, конечно, в ахере от этого апгрейда. В общем, ребят, ну, как бы, результат такой, да, то есть, вывел Cyrex, наконец-то я, и сегодня вот этих два скинчика залетели на 10%. Ну, Я доволен. Ребят, в общем, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч.